Всем привет! Всем привет! Мы хотим вас от всей души поздравить с наступившим уже 2023 годом. Да, ну кого-то наступил. Да. У нас он наступит через 2 часа. Да, мы еще готовимся. Ну, буквально... чуть больше, чем через 2 часа. Мы едем в гости отмечать. На низком старте, да. Просим у вас прощения, что мы пропали. Суета-суетно, праздники... Кирюха приехал, мы работаем оба, да, обязательно вам расскажем дополнительно. И просто ни на что не хватает времени, куда-то мы каждую минуту пытаемся куда-то поехать, что-то посмотреть, ложимся поздно, встаем очень рано и просто суматохи. Вот, но нам уже пишут, нас теряют, спасибо вам большое, вы нас мотивировали сделать именно такое сейчас видео, записать, да? Да. Да. Год был очень сложный. Дурацкий был год. Непростой был год. Угу. Вот, будем надеяться, что следующий год будет удачней. Мы сможем больше снимать. Для всех будет удачно. Больше, чтобы времени свободного было, да, чтобы все задуманное нами получалось, чтобы силы у нас на все были. В семьях, чтобы был мир. Всем здоровья, всем тепла, всем добра, любви. Рядом верных, добрых, честных друзей, да, чтобы все семьи были в сборе, чтобы все могли быть дома, там, где у каждого есть его настоящий дом. Да? Да. Всего доброго вам, поздравляем вас. Да, нас уже 35 тысяч подписчиков на канале. Уже? Уже, да. А, уже 35 перевалило. В общем, всем мирного неба над головой. С Новым годом! С новым счастьем! Всего самого доброго! Ура! Пока-пока, с Новым годом!